Добрый день, дорогие друзья, и мы снова в эфире, это шоу «Безос курит». Мы стараемся выходить каждую неделю по четвергам, но вот сегодня среда, неожиданность, интересность, но и мы, у нас сегодня очень крутая тема. Я пригласил людей, которых Артема вообще не нужно представлять, Алину, наверное, нужно представить, но они работают в одной команде, и мы сегодня будем говорить про удаление отзывов, про максимально белые схемы, никакой чернухи, все красиво, но... Как было сказано изначально в нашем превью, если не получается получать достаточное количество позитивных отзывов и тем самым повышать свой рейтинг, то давайте попробуем удалять эти отзывы, удалять негативные отзывы, разумеется, и попытаться устаканить какой-то баланс между добром и злом. Артем, привет! Расскажи, как у тебя сегодня настроение, как мы сегодня будем общаться, немножко интродюс. Всем привет, ребят. Рад вас видеть. Рад видеть ваши комментарии, вопросы, если будут готов ответить на все ваши вопросы. Ну и поделиться тем опытом, который есть у меня на сейчас по работе с негативным опытом. Как Антон правильно заметил, что все время мы акцентировали внимание на том, чтобы собирать максимальное количество отзывов, находить новые возможности, как получать больше отзывов, но никогда не думали о том, как работать с негативом. Ну и сегодня мы об этом поговорим. Да, я хочу сказать, что у вас у всех, где бы вы нас ни смотрели, на YouTube или на Facebook, у нас одновременно 8 сообществ, где вы смотрите наш прямой эфир. У вас всегда есть внизу такая полосочка, в которой можно написать комментарий, свой вопрос или свое какое-то пожелание. Вот, мы его обязательно прочитаем, и здесь я выведу его на экран и зададим вопрос этот Алене или Артему. Ни один вопрос не останется без ответов, мы это гарантируем, и сегодня это все бесплатно. Пожалуйста, вам множество полезной информации, которую вы сможете использовать самостоятельно, без какого-либо, без какой-либо обязательности прихода к нам. Ну а если нужно, Insider Online, ссылка на сообщество в Telegram Артема и Алины вот здесь вот в бегущей строке. Пожалуйста, присоединяйтесь. Артем, давай начнем с тебя. Рассказывай про общие моменты, какие есть у вас методы для удаления отзывов. Насколько я понял, это два метода. Первый – это непосредственно жалоба на отзыв в Amazon. И вторая – это про общение с покупателем и удовлетворение его потребностей, какое-то его, умасливание. Угу. Да, сразу разделю то, что сказал, что... Жалобы на отзывы в Amazon – это парафия Алины, она занимается этим вопросом. Исключительно она занимается тем, что курирует этот вопрос. Вот. Я буду говорить о том, как коммуницировать с покупателем, чтобы максимально решить ту проблему, которая возникла у покупателя в момент, когда покупатель использует товар, да, получает опыт с тем товаром, который он приобрел. И если этот опыт негативный, как его превратить в положительный опыт? Вот, мы сегодня об этом отдельно поговорим. Да. Да. Давай. Хочешь, чтобы я включил презентацию твою? Ну, давай я буду говорить, какие блоки, а ты будешь включать, окей? Хорошо, без проблем, давай. Угу. Да, свой блок я назвал превращение негативного опыта в положительный, а именно решить ту проблему, которая возникла у покупателя в ходе использования того или иного продукта. Потому что очень часто покупатели, которые покупают продукты на Амазоне, хотя мы все хорошо знаем, что покупатели в Америке разбалованные, и если ты ему не разжуешь, как надо использовать товар, или там в виде инструкции, в виде видеоинструкции, и не расскажешь ему, что нужно с этим делать, то получить негативный отзыв очень просто. Поэтому наша задача найти подход к покупателю, который оставил негативный отзыв, и все-таки решить эту проблему, которая возникла у него общения с продуктом, так сказать. Что такое плохой отзыв? Плохой отзыв – это неудачный опыт покупателя с вашим товаром. После этого покупатель идет на Amazon, пишет все, что он думает о продукте. Даже бывают такие абсурдные ситуации. Поделюсь одной историей, когда женщина пишет о продукте, который предназначен для животных, а это был шарик для кошки. Кошка играет с этим шариком. И женщина пишет, что моей кошке не понравился шарик. То есть не опыт самого, да, покупателя, а опыт кошки описывает покупателя в негативном отзыве. Кошка и сама это сказала? То есть она, вот, мы,
Да, мы, конечно, это долго обсуждали, как кошка эту информацию передала, но это действительно смешно. Вот, и когда мы связались с покупателем и пытались решить этот вопрос, все-таки получилось нам договориться о том, что все-таки можно прийти к тому, что продукт реально рабочий, продукт свою функцию выполняет, а то, что кошке не понравилось, это ее субъективное мнение. Вот и получилось... Слушай, хорошо, тогда давай сразу вопрос ближе к делу. Как вы связываетесь с покупателем, вы им звоните, вы им отправляете открытки? У меня есть свой опыт, то есть мы год назад примерно отправляли им открытки, говорили, вот дайте нам возможность с вами пообщаться, мы там customer service хотим вам оказать, что такое, что не так. Как вы общаетесь с покупателем, какой у вас опыт в этом? Но есть много ресурсов, которые могут вам предоставить информацию о покупателях. Имея эту информацию, мы можем использовать разные каналы коммуникации, такие как почта, такие как Facebook, те же, допустим, открытки, которые можно отправлять по адресу и потом с покупателем контактировать там, через любые платформы и так далее. То есть здесь основная задача – выйти с покупателем на связь, потому что большое количество покупателей либо не получают эту информацию, либо она до них не доходит, либо они себя ограничивают в плане контакта и так далее. И с покупателем тяжело выйти на контакт. Если покупатель выходит на контакт, тогда мы реально можем с ним уже договориться. Ну, а что вы говорите? То есть вы звоните или пишете письмо и говорите, вот мы такая компания, вы купили у нас товар, что вам не понравилось, да? Или как вы строите вот это вот общение? Мне крайне интересно. Да, безусловно, это очень важно, как выстроить коммуникацию, потому что от этого зависит 90% успеха, того, как закончится ваш кейс. Есть три момента, на которые мы всегда обращаем внимание. Первое – это понять и попробовать решить проблему. То есть при тем, как мы отправляем письмо, или отправляем почтовое письмо, или пишем мессенджер, мы читаем сам отзыв и понимаем, что произошло, что побудило покупателя пойти на Amazon и написать негативный отзыв, для того, чтобы мы были во всеоружии. Вот. После этого покупатель должен реально почувствовать, что мы пришли к нему не просто сказать ему, там, грубо говоря, вот тебе там 3 рубля, измени отзыв. Это крайне негативно и крайне неправильно. Мы делаем все, чтобы покупатель почувствовал реально нашу заботу о том, что мы пришли ему помочь разобраться в данной ситуации, и что мы на его стороне и готовы предложить ему несколько вариантов решения данной проблемы. То есть, как обычно, решений 2. То есть, самые основные моменты, то есть, самые популярные решения, которые выбирают покупатели. Мы предлагаем покупателю самому выбрать, что он хочет, после того, когда мы решили проблему. Либо получить компенсацию за его неудобства, за тот опыт, который он получил, либо получить новый продукт абсолютно, то есть, бесплатно. Что выбирает покупатель, то мы ему предоставляем. Но новый продукт – это в смысле этот же или какой-то другой? То есть, ну, в случае с мячиком, кошке не понравился, зачем ей второй мячик? Если у селлера в наборе есть несколько продуктов, мы можем предложить другой продукт на выбор абсолютно бесплатно. Либо, допустим, если продукт был сломанный или он не работал, мы можем предложить ему точно такой же новый продукт. То есть ситуации бывают разные. В ходе общения мы узнаем проблему, узнаем причину и уже понимаем, как нам действовать. Либо продукт, либо компенсация. Также мы предлагаем стать членом клуба, еще есть такая возможность, но она используется крайне редко, потому что не все селлеры собирают аудиторию для там, дальнейших маркетинговых мероприятий. Ну, вот это вот мне было крайне интересно, ну, непонятно, потому что, по-моему, только очень крупные, то есть миллионники, прям вот миллионники, миллиардники, прям большие селлеры собирают свою аудиторию, хотя, мне кажется, то есть за этим вообще будущее, и за этим даже не будущее, а прошлое. То есть, за этим, без этого никак, если ты не будешь соединять аудиторию. Хорошо, давай я выведу твою презентацию, скажи, на какой слайд мне перейти. Давай сразу перейдем к кейсам, которые у нас есть. Поставь кейс номер один. Да, хочу с вами поделиться одним из самых крупных кейсов, который нам попал. К нам обратился селлер, который попросил, так сказать, удалить большое количество негативных отзывов. Сам продукт находится в категории Pets, средний рейтинг 3,5, задача, то есть поднять рейтинг. Когда мы начали анализировать все отзывы, мы поняли, что, в принципе, проблем их несколько существует, после чего люди оставляли негативный отзыв. Это люди не понимали, как использовать товар. Здесь, конечно, мы также сразу же подсказали селлеру, что необходима либо расширенная инструкция, либо видеоинструкция для того, чтобы покупатели могли комфортно использовать продукт после того, как они его купят. Вот. И сразу же могу заметить, что через 6 дней, после того, как мы взяли в работу этот кейс, взяли мы его 15 сентября,
и 21 сентября мы уже удалили 27 отзывов. То есть все было банально просто, люди просто не понимали, как работает продукт. Это какая-то электроника, понятно, что мы не можем говорить, что это за товар, но это какая-то электроника, которая сложно использовать, да? Да, совершенно верно, да. Там, я не знаю, кормушка или поилка, или что-нибудь, какая-нибудь штука, где нужно нажимать, и непонятно, как... Где есть кнопочки, где есть там, активная коммуникация с продуктом и так далее. Вот. И на 8 декабря мы из 543 отзывов удалили 267 отзывов. То есть вот такой интересный кейс, средняя конверсия составила 50%. И из 90% из этих отзывов причина негативного отзыва одна и та же. То есть человек не понимал, как использовать товар. То есть это подсказка селлеру, что нужно делать расширенную инструкцию. Ну вот это как раз в базовые вещи при создании листинга входит. Когда мы делаем под PL в листинге, да, нужно объяснить человеку картинками, не текстом, а именно картинками или видео, что это за товар и как его пользовать для того, чтобы избегать вот таких вот случаев. И как он изменил инструкцию, да? Ну, то есть как, картинки или видео какое-то добавил на листинг, чтобы в дальнейшем не было вот этого 3,5. Наши рекомендации были, чтобы был снят видеоролик о том, как работает данный продукт, чтобы рассказать детально, что нажимать, как активировать продукт, как его выключить и как его управлять. Вот. Плюс добавить информацию в сам продукт, то есть в саму коробку продукта, что необходимо делать и как работать. То есть максимально заполнить информацией о работоспособности продукта, саму упаковку и дать какие-то интерактивные ссылки там, на те же там, внутренние какие-нибудь там амазоновские ресурсы. Окей. Перейдем к кейсу 2, да? Да, второй кейс. Здесь у нас категория спорт. Это самый свежий кейс, самый последний из таких крупных. 44 негативных отзыва взяли в работу 31 октября. И уже на 9 ноября уже было удалено первые два листинга. То есть, в принципе, задача стояла поднять рейтинг и удалить отзывы, которые находились в топ-выдаче. Вот. Ситуация точно такая же. Все опирается в понимание, как использовать продукт. Опять же, сталкиваемся с такой же ситуацией. Клиенты покупают, то есть покупатели делают покупку, распаковывают товар и не совсем понимают, как он работает. Поэтому здесь все то же самое. Больше информации о том, как работает продукт, как его использовать, какие кнопки к чему приводят, при нажатии и так далее. То есть здесь конверсия уже в 27%, да, в предыдущем кейсе было под 40% удаления. Но мы еще работаем над ним. Я понял. Ну, вот у меня буквально из недавнего опыта. Я купил такие фонарики, которые на улице можно поставить, а солнечные батареи заряжаются, а ночью типа светится. Вот их там в наборе в коробке 12 штук. Я пришел, воткнул в землю, не светится, не работает. Думаю, ну все, сейчас я буду менять, сдавать этот в Amazon, не работает, нифига это. И один из фонариков разгрызает моя собака. Разгрызает, я ее беру, думаю, надо собрать, и поднимаю, а там под крышкой внутри... переключатель, типа, нужно включить его. Я откуда это должен знать? Что там нужно его разобрать, раскрутить, включить переключатель, чтобы это работало, и потом вот обратно воткнуть. Да, включил, там оставшиеся фонарики работают, но сама суть, ребята, когда вы делаете PL-листинг, дайте этот товар какому-нибудь своему другу, а лучше какому-нибудь американцу, и чем старее или глупее он будет, чтобы вот он прям вот его, знаете, пожевал, чтобы вот как он работает. Потому что вот из-за этого я бы сейчас сделал бы возврат этого товара, написал бы ему негативный отзыв, что ваши фонарики не работают, и человек бы, ну, то есть продавец бы попал просто на ровном месте, потому что я, как житель, как получатель, да, я не понял, как это работает, я не нашел этой кнопочки. Так, что там было с категорией спорт? Тоже электроника или что-то, какой-то другой товар был? Ну, это были маски для ныряния, так сказать. А, маски для ныряния. И что, там непонятно, как работает? Или там какой-нибудь фонарик есть? Были вопросы, что вот она там не одевается, она спадает, то есть люди не понимали, как там регулировать ее, настраивать и так далее. Вот, и ты правильно заметил, что, да, чем человеку более пожилого возраста мы дадим поюзать товар, тем больше мы получим информации, что нужно добавить к продукту, потому что мы молодое поколение, мы еще разберемся, а люди более зрелого возраста, им можно сложнее разбираться. Как минимум, да. Да, им сложнее разбираться, поэтому им можно дать максимум информации о том, чтобы они поняли, как товар работает. Да. Хорошо, давай дальше, я тебя тут остановил. Дальше кейс 3, да?
Нет, да, это общий, это уже, да, это предпоследний кейс, это общая статистика, то есть что мы уже успели сделать на сегодня, то есть это общее количество отзывов, которые мы взяли в работу, общее количество удаленных отзывов и конверсия средняя. То есть мы постоянно просчитываем конверсию. Если мы начинали в начале года, конверсия была где-то порядка 50%, то сейчас реальная конверсия где-то 37%. То есть это результат нашей работы. То есть, грубо говоря, там из 10 отзывов там, мы там 3,5 сможем удалить. Связано с тем, что люди не всем покупателям дается достучаться до них вот, и помочь им решить вопросы. Ну вот здесь вот как раз вот мой следующий вопрос. А почему, какая причина того, что вы не можете удалить отзыв? То есть это невозможность договориться с покупателем или невозможность просто до него, с ним связаться? Или в чем причина? Да, ты правильно заметил, это невозможность с ним связаться, потому что те люди, с которыми мы связываемся, там 95% того, что мы решаем проблемы. Именно, то есть человек либо нашу почту, то есть наши контакты, он либо их игнорирует, либо почта к нему не доходит, попадает в спам и так далее. То есть вот в этом весь вопрос. Ну, понятно. Тогда скажи мне, пожалуйста, у вас работают американцы, американки, которые на колл-центре, то есть нужно же объяснить на их языке, на языке клиента, то есть и поговорить, ну, какие-то, может быть, лайфхаки, что я там бедный продавец или там что-то, какая-то психологическая же нагрузка есть тут? Ну, то есть как вы общаетесь? У нас уже есть прописанные скрипты, в которых наши менеджеры просто вставляют название товара, либо ту информацию, которую необходимо донести. Потому что если там каждый менеджер будет писать там что-то от себя какую-то, то это будет реально полный хаос. Уже есть шаблоны, которые меняются там на 5% в зависимости от товара, от того товара, с которым мы работаем. Ну, можешь какой-то 1-2 шаблона сказать, то есть какая психология, какой у вас посыл вот этого, то есть я там бедный продавец или нет, или все-таки какая-то другая? Скажи, Мы выступаем в роли customer support, мы пишем о том, что мы являемся компанией, которая предоставляет саппорт такой-то компании, такому-то продукту, для того, чтобы улучшить ваш опыт с данным продуктом, описываем ситуацию, описываем, что вот у вас был такой негативный отзыв, и пишем, что мы готовы вам помочь, давайте с вами пообщаемся по этому поводу, в таком формате. После чего покупатель выходит на связь, и он пишет, что да, действительно, у меня была проблема, там не работала кнопка, либо там что-то еще. И после этого мы начинаем с ним контактировать и говорим, что либо да, либо это наша проблема, там какой-то, может, брак в товаре, либо для того, чтобы продукт работал корректно, вам необходимо сделать это и вот это. Часто бывает, что люди используют продукт еще раз, говорят, да, он работает, все окей, спасибо. Okay. Друзья, если вы нас смотрите, она сейчас смотрит уже больше 30 человек в онлайне, пишите ваши комментарии, может быть, у вас есть какой-то аналогичный опыт связи с покупателями, или вы, может быть, знаете то, чего мы здесь не сказали, давайте коллективный разум, и все друг другу поможем, и это будет позитивно для каждого из нас. Артем, хочешь что-то еще добавить, или мы помучим теперь Алину? В принципе, я сказал все, что я хотел. Вот, я думаю, что я тоже с удовольствием послушаю Алину, как она... Да, отлично. Алина, давайте, вам слово. Расскажите, что вы делаете и как вы это делаете. Сори, я что-то как-то не туда переключил. Алина! Здравствуйте всем. Доброе утро, Америка. Мы вообще специализируемся на фидбэках, начали свою работу. И, в принципе, не собирались заниматься отзывами на товар, но нам стали так часто писать, что мы решили, а почему бы нет? Мы, в принципе, уже знаем, как общаться с Amazon, и стоит попробовать свои силы. Сейчас мы углубляемся в эту тему, еще не все фишки. Если в фидбэках мы прошли все, вплоть и поперек, можем уже наперед сказать, что удалят, что нет, и отработана система, то есть мы знаем, какой отзыв удалят, какой, ну, есть шансы 50/50, какой точно без вариантов и даже не стоит пробовать, то ну, даже сама справка по отзывам на товары, я думаю, сама за себя говорит, там гораздо больше всяких случаев, почему могут удалить, почему не могут, и за что Amazon ревностно борется, за что, так вот, можно сказать, лояльно относится. В общем, наша вся работа строится на кейсах, и к кейсам мы еще добавляем апелляции к JAF-у и либо через почты, которые предусмотрены для этого. Хорошо. А какую бы мне презентацию тебе открыть? Примеры или вебинары? Давайте пока общую, а примерами мы уже закрепим. Ну, тут вкратце повторюсь. Нас любят очень
компании, которые работают по дропшиппинге и флиппинге, для них мы практически всегда на связи, потому что там другие правила игры, и очень важен рейтинг самого аккаунта, и очень часто мне пишут там, в 3 часа ночи, в 5 часа ночи, и надо срочно спасать ситуацию. Мы, конечно, стараемся по возможности всем помочь, и конверсия по фидбэкам у нас просто колоссальная, и я думаю, что мы в будущем еще вырастем. Сейчас примерно 80% отзывов, это даже не берем в расчет FBA, по EBM нам удается решить. Ну, за остальные 20 мы еще поборемся. Для работы нас часто спрашивают, нужен ли доступ или нет. Мы работаем по-разному, в основном нужен доступ, но постараемся тоже под запрос. Мы работаем исключительно по белым методам. Это наш принцип, это основа основ, с которой мы начинали, и не собираемся уступать этому принципу. Что касается принципиального отличия. Конечно, мы в работу можем взять далеко не все отзывы, это какой-то выборочный пул. Если даже отзывов 1000, мы можем там, например, взять 100 от силы, и то стараемся даже те 100 набрать, ну, хотя бы за что-то можно было зацепиться, и дальше пытаемся Amazon убедить в том, что ему стоит удалить этот отзыв. Как и во всех других ситуациях, Amazon неохотно идет навстречу, очень часто отказывает, нарушая свои же собственные правила, и здесь уже вступают в игру наши какие-то фишки, наши методы. Например, поделюсь таким лайфхаком, конечно, это будет сложно реализовать, если отзывов мало, но, например, мы нашли возможность подстраиваться под работу сотрудников. То есть мы видим, что сотрудник лоялен к тому, чтобы удалять испанизм или какие-то иностранные слова. Мы стараемся запустить серию кейсов, которые связаны именно с этим нарушением. Например, летом у нас очень хорошо удалялись отзывы, которые связаны с нецензурной лексикой. Казалось бы, какие могут быть тут еще вопросы? Нецензурную лексику однозначно надо удалять. А сейчас почему-то Amazon, может быть, изменил внутренние какие-то правила, может быть, еще какие-то моменты. Но на отказ отказывается удалять такие отзывы, где откровенно нецензурщина. И это нехорошо, но мы постараемся, идем дальше. Есть статистика, можно вывести слайд. Да, Алин, извини, да. Пожалуйста, я хочу спросить. Вот мат пишут в отзывах или в фидбэках все-таки? Это куда пишут? Чаще все-таки в отзывах встречается, в фидбэках реже мы такое это встречаем. Такой типа черный мат, по тексту уже видно, кто писал, или нет? Это литературным матом вас покрыла учительница русского языка, английского языка? Нет, это такой откровенный мат, который однозначно должны удалить, но не удаляют. Причем, кроме мата, там бывает вообще ничего нет. То есть один мат, и, казалось бы, 100% должны удалить. Типа волшебное нет. Слово «фак», да? Вот «фак», да? Через это все управляется, да? Да. Но это же и неэтично, и не по правилам должно быть. Это же нельзя же это все использовать. Давайте я нельзя. В свой листинг напишу слово «фак» прямо вот первым, да, вот в тайтл напишу слово «фак», да. Я думаю, забанят в те же сутки. В те же сутки, да. А отзыв, значит, этот. Хотя, может быть, там тоже какой-то национальный интерес, типа охуительно классный товар. Нет, к сожалению. Не так? Бывает такое разное, можно. Бывают примеси, бывают чистые, абсолютно чистейшие. Там даже картинка нарисована, например, крэп. Картинка? Да. Подожди, картинка не с товаром, а с чем-то таким, да? Ну вот, крэп. Очень часто встречается такое... в тайтле и в теле отзыва только один крэп. И, ты удали Amazon, но ты же видишь, что совсем не информативно. Человек просто на эмоциях там тыкнул этот смайл и... Нет, даже за такие отзывы нам приходится сражаться, что мы, собственно, каждый день и делаем. Так, можно вывести... Окей. Да. Да, можно вывести... Ой, не ту, вот это. Угу. Можно вывести уже слайд, где мы показываем, какие отзывы. Да, вот предыдущий, пожалуйста. Да.
Да, это исключительно... Вот, это очень интересно, да. Это исключительно наша статистика, то есть мы подбили результаты за год работы, и здесь стоит сразу сказать, что, конечно же, больше всего отзывов, связанных с eBay-доставкой, то есть какой-то поврежденный товар, дефективный, открытая упаковка, либо как-то неправильно хранилось. Этих отзывов максимально большое количество, поэтому их и больше всего удалили. Но если рассматривать со стороны лояльности, чаще всего все-таки Amazon удаляет отзывы, где есть персональная информация, то есть указаны либо контакты покупателя, который говорит, ну вот, не понравилось мне, свяжитесь со мной. По такому-то. Я потом приведу примеры, какие отзывы мы уже удаляли и какие каждому соответствуют, каждой причине удаления. И можно потом будет либо выложить общий доступ, либо просить меня по личным контактам, чтобы я сбросила, и были какие-то ориентиры. Реже удаляют все-таки уже в последнее время. Мы удивляемся, когда удаляют нецензурную лексику. Это все, что касается, все, что можно там, вот, а там, в общем, не буду, вдруг Facebook забанит за эти слова. Все, что можно отнести к нецензурной лексике, мы причем идем, но также нигде это не прописано. Мы, поскольку имеем такую вот особенность писать каждый кейс индивидуально текст, то есть мы не работаем по шаблонам, мы работаем индивидуально, видим контекст отзыва и постараемся уже под текст так, чтобы Amazon прочитал, и он убедился в том, что это, ну, вот, вообще плохо, и это надо срочно удалить. По нецензурной лексике мы сразу поняли, что читают наверняка люди, которые не живут в Америке, им надо объяснить, что это такое, почему это плохо, и мы шли разными путями. Вот здесь вот мне интересно, как вы объясните слово «фак», почему это плохо? Я не буду выдавать конкретно тексты, пришлось даже обращаться до словарей и ссылаться на словари, грубо говоря, объяснять на пальцах, почему это плохо. И таким образом мы выиграли много кейсов. Я считаю, благодаря тому, что у нас профессиональные лингвисты и умеют донести суть до любого читателя, даже до, ну, как всем даже известно, для индуса, до индуса, работает в суппорте, вот, да. Которому, блин, он не видит ничего плохого в оскорбительных словах, да? Ну, а что тут такого? Человек... А как, вот если не секрет, как вы это пишете? Вот это слово некрасиво, потому что оно обозначает часть мужского органа, направленного на что-нибудь, да? То есть как, ну, почему нельзя? Ну, какое объяснение вы пишете? Скажи мне. Ну, например, так, да. Мы пробуем разные, абсолютно разные, потому что, ну, в последнее время уже такое отчаяние. Ну, как можно не удалить там... Чанг, ну как? Или там, когда картинка уже тебе нарисована, и ничего кроме этого. Ладно, когда это просто встроено, и человек написал отзыв о самом товаре, и где-то так, причем букву «A» заменил собакой, ну, как бы замаскировал нецензурщину. Но нет, не удаляя даже, где чистая нецензурщина. И... В общем, это несправедливо, что еще раз доказывает, что Amazon не играет также в свои правила, которые он сам и назначает. Но, опять же, мы в среде Amazon, мы должны подстраиваться под каждое изменение. Вот, кстати, о изменениях, поскольку мы работаем долго, каждый день, мы отметили, что в ноябре, примерно в середине ноября, Amazon заменил... шаблоны ответов, которые он дает на запросы удаления отзывов. Раньше они писали, давали полную инструкцию, что удалили, какой тайтл, тело отзыва, какой ревьюер был. То сейчас даже ссылка, то есть по ссылке можно было найти, какой именно отзыв удалили. То сейчас они оставили минимум информации, это только тайтл самого отзыва, тайтл товара и что еще? И бренд. К которому бренду это привязано. То есть если... А, это еще не все. Есть у них категория ответов, где вообще отсутствует какая-либо информация. То есть просят... Там у нас тоже есть презентации, примеры, как выглядят все эти отчеты.
Ну, самая интересная история, когда Amazon пишет, что что-то удалил, но непонятно что. Если у тебя, там, например, 200 отзывов на бренде, ты не знаешь, что тебе удалили, приходится либо ручками проверять, либо, не знаю, возможно, прогонять через какие-то сервисы поиска битых ссылок. Еще mm-hmm. как вариант. В общем, изощряемся изо дня в день как можем, чтобы выиграть вот этот вот процент, конверсию. Mm-hmm. У нас нет таких конверсий, как у Артема, к сожалению. Ну, мы еще, повторюсь, за это воюем. Но мы можем работать, например, с отзывами. Продавцы нам часто подсказывают, какие именно отзывы портят продажи, и просят поработать в первую очередь с ними. И здесь мы уже используем весь свой инструментарий. Это и кейсы, и репорты, и апелляции к Джеффу. Ну, вот интересный такой кейс есть. В принципе, отзыв был, нельзя сказать, что там по тексту нарушал правила. Его здесь нет, я на словах расскажу. Потому что весь отзыв строился на несоответствии картинки. Ревьюер, ну, возможно, там набрал по Вайну, либо еще каким-то программам лояльности Amazon, набрал два разных замка. И прикрепил даже фотографию другого замка с жалобой на не на тот товар. И нам понадобилось минимум 30 кейсов на то, чтобы убедить Amazon, что он должен удалить там налицо. Если ты посмотришь, сразу видно другой товар. А Amazon пришлось 30 раз говорить о том, что это не тот товар, это другая фотография, вообще не имеет к нашему товару никакого отношения. Пожалуйста, удалите. Удалили. Но с 30-го раза. Ну, то есть это был товар, который он купил, два товара примерно одинаковых у двух разных продавцов, и на ваш товар написал отзыв о другом товаре. Правильно понимаю, да? Совершенно верно, да. Угу. И прикрепил даже картинку. Окей. И пришлось рисовать, найди 5 отличий на фотографии. Ну, я же говорю, 30 раз, но мы все-таки выиграли этот кейс. И это большая проблема Amazon, то, что если в фидбэках мы там написали один раз, удалили, uh-huh. не удалили, мы знаем ситуацию. Uh-huh. Написали второй раз, мы знаем ситуацию, удалили, не удалили. То с отзывами совершенно непредсказуемая история, uh-huh. и приходится... Мне часто пишут там, мы пробовали удалить с одного раза, у нас ничего не получилось, ну и, в общем, дальше не предпринимают попыток. А здесь начинается самое интересное, потому что Amazon никогда практически не удаляет с первого раза. То есть у нас большинство успешных кейсов – это с 5-й, с 10-й, с 100-й. Я уже даже сбилась со счета, какие у нас есть рекорды по количеству запросов Amazon. Ну, и у вас лингвисты, как ты говорил, да, то есть работают в Украине у вас сотрудники или это американцы какие-то? Сотрудники из Украины, но с идеальным знанием языка. То есть практически нейтив. Практически нейтив, окей. Давай, перейдем к кейсам, да? Можем кейсам. Можно показать примеры, да, если будет видно. Да. Так, можно бегло показать. Сейчас выглядят так отчеты об удалении, то есть Amazon уведомляет о том, что он удалил, название можно найти, если ведется статистика, мы ищем по либо бренду, либо по названию самого товара. Угу. Можно пропустить так дальше, там есть примеры, где есть детализация, где нет детализации. Да? Угу. Это не все шаблоны ответов, которые дает Amazon, но это чаще встречаемые из всех. Угу. Конечно, нельзя сказать, что бесконечное количество кейсов можно слать. То есть есть какое-то разумное число, но его никто не знает. Мы определили его так. То есть когда начинают писать, что ссылаются уже... на предыдущий свой ответ, надо взять паузу, залезть на дно и через какое-то время, там, через неделю, через две продолжить. Нельзя закидывать Amazon бесконечно большим количеством кейсов, потому что, ну, все-таки тоже надо знать меру. Мера называется «Кодекс чести продавца». У нас никогда не было ситуации, что мы там
доводили до банов, хотя ходят такие легенды. Я думаю, что если делать это сразу, то есть ты запускаешь продукт, ты сразу пытаешься удалять негатив, тогда ты постепенно, ну, с учетом того, что надо Amazon не один раз попросить, у тебя больше шансов удалить таким образом негативы. Если нас собирать за 5 лет и прийти с огромной пачкой, начать закидывать Amazon, конечно, шашкой, давай мне все тут в один день удали, да? Совершенно верно. Поэтому мы, конечно, всегда, когда нас спрашивают про конверсию, мы всегда так осторожно отвечаем, потому что, во-первых, от продукта зависит. Бывают продукты сложные, бывают продукты простые. А также, как у Артема, есть товары, где покупатель не смог разобраться. А поскольку наверняка он делает много покупок, то ну, ему было просто некогда, не хотелось разбираться. А у нас также есть какая-то взаимосвязь, мы ну, много параллелей можем привести. Если какой-то там крем, например, ну, это довольно простой продукт, хотя там могут быть там свои какие-то сложности. А если какой-то механизм читающему человеку ну, из поддержки, либо из поддержки Безоса, сложно понять, в чем именно там нарушение. И поскольку Amazon это все-таки ограниченный ресурс, у них есть... Возможно, мы можем только догадываться, там 2 секунды на прочтение, 1 секунда. Им довольно сложно принять решение, мы можем их понять, простить, поскольку за 1 секунду им надо понять, нарушает, не нарушает. И, в принципе, по большому счету, их отношения субъективные. Мы можем влиять только словом, то есть убеждать все-таки, ну, пожалуйста, ну, удалите, и приводить аргументы. Аргументы — это... самое главное, то есть правильно выбранные аргументы, потому что же бывает все-таки отзыв нарушает там, не одно правило, а сразу там в троечку попасть. И про упаковку пишут, и там цену зацепили или еще что-то, тут правильно выбрать. Какие вот еще есть, ну, категории, скажем так, отзывов? Это, ну, безусловно, там какой-то иностранный язык, кроме английского, мат, про FBA, когда там строки, это как бы к вам не относится, поэтому это должно быть удаляться самое простое, да, или нет? Можно открыть уже примеры, это вторая презентация, и там подробно с примерами. Вот. Да, вот это интересно. С доставкой FBA. Довольно много причин связано, их не одна, и в каждом случае... Можно уже даже... Да, следующий, да. Ну, первым мы выбрали персональную информацию, так как считаем, что это гарантированно должны удалить. Все-таки Amazon за защиту информации, персональной информации как продавца, так и покупателя, он такие отзывы старается удалять, сразу реагировать. Можно дальше. Сразу скажу, что это отзывы, взятые с нашей статистики. Вверху подчеркнутый – это тайтл отзыва, который был, и следующий текст – это тело самого отзыва. То есть про поврежденный товар. Можно следующий слайд. Ну, поврежденный товар тоже удаляется, ну, потому что это не соответствует, это типа к продавцу не имеет никакого отношения, да, это Amazon. Совершенно верно. Что-то потерял Amazon, опять же, мы не виноваты, поэтому Amazon должен удалить. А вот здесь вот 2 stars, потому что missing. Many of the parts are missing, hopefully they will send with what missing. А, то есть они отправили неполный товар или неполную комплектацию, да? Соответственно, какой мог сделать вывод покупатель о нашем товаре? Мы не виноваты, удалить. Следующий слайд. Открытая упаковка. На самом деле таких отзывов про грибы у нас довольно много, и ну, не всегда так лояльно Amazon к этой именно части что относится. Что ты имеешь в виду, подразумеваешь под грибы? Грибы это в смысле? Ну, много у нас есть сейчас отзывов, которые связаны с поврежденной упаковкой, но когда открывают покупатели упаковку, видят, что там еще и куча грибов. То есть непонятно, это ошибка продавца или это плохое хранение пред покупки. В смысле плесень ты имеешь в виду, да? То есть вот это все. Ну, плесень, это же есть грибы. Да, ну, я просто думаю, ну, какие mushrooms, ты говоришь, какие-то. Может быть, там, знаешь, грибочки из Голландии? Нет, нет. Да, окей. Ну, про плесень, то есть ненадлежащее хранение или хранение там во влажной какой-то атмосфере. Важный момент.
принципе, ну, как я сказала, мы учитываем весь контекст отзыва. Но если брать в целом, то люди эмоциональные существа, и на эмоциях они часто говорят какие-то вещи. Вот за эти вещи мы стараемся и прицепиться. Но поскольку Amazon читает каждый тоже отдельно взятый человек, ему проще прочитать короткий отзыв. И вот здесь как раз не сильно большой отзыв. То есть если читать там целую портянку, конечно, этот бедный представитель сам учится читать, и он лучше там откажет, чем согласится удалить. Подобных отзывов про плесень много, но удаляют чаще всего короткие. Ну вот такая вот несправедливость очередная на Amazon. Еще раз про FBA тоже. Отправили не тот товар. Ну, item, да, не тот товар. Your third party says, so disappointed. За это вообще в целом проблема Amazon в том, что он часто отправляет товар. Не знаю, как насчет сейчас, решил он эту проблему, нет, но мне кажется, что очень часто встречается эта проблема, когда действительно покупатель получает уже использованный товар, и вся надежда на покупку меркнет просто. Опять же, это не наша вина, поэтому Amazon должен это удалять. Дефектный товар. Ну, тут комментарии не нужны. Ну да, то есть он был поврежден или где-то там этот. Следующая категория, которая включает в себя не один тип, мы все тоже по полочкам разложили. То есть просто когда покупатель жалуется на то, что, ну вот, китайский товар, все, я не знаю, как он работает, но он плох. А, ну потому что китайский, да? Потому что китайский. Нормально. Можно следующий. Опять так, тут у меня немножко поехало. Мы еще... Типа это не работает. Как пример с текстом. Я не читал, но текст плох. Примерно так же о товаре можно сказать. Я еще не использовала, но... Ну, мне он не нравится. Ну, мне он не нравится. Тут, опять же, не требуется, наверное, особо... Stand behind the product. Стойте подальше, позади от этого продукта. Больше о продавце, чем о самом товаре. Удалить вердикт. Если бы, конечно, Amazon так... Четко следовал инструкциям. Можно следующий. I had a problem, but the seller immediately responded and fixed the issue. Would buy again. Кстати, была какая-то история несколько, может быть, лет, когда, не помню, кто приводил пример, когда писали плохой отзыв, и этот отзыв, там с одной даже звездой, его наоборот поднимали вверх, лайками, потому что он был написан, типа, вот, все плохо, но я такой счастливый. То есть вот знаешь, какую-то такую эмоцию передавали, когда, типа, отзыв вроде бы плохой. Ну, знаешь, когда мне нравится одна звезда. Вот. Есть таких тоже очень много. Наоборот, мне не нравится, то есть товар плохой, но я такой счастливый, что вы мне там вот такой вот сервис мне оказали, что вот прям вот про продавца тут расписано, что immediately responded и решил все вопросы. Вот мне кажется, это даже хороший отзыв. Ну, он плохой, потому что часто... Пользователи явно хотели написать, поставить 5 звезд, либо хотя бы 4, но пишут хороший отзыв и ставят одну звезду, например, из той же категории. Он был для нас плох, потому что там была... Потому что одна звезда, да? Да. Просто по тексту это прям вот молодец такой, хороший, молодец. Да, есть категория отзыва, где пишут, что товар совсем плох, мы разочарованы, но customer service окей. И такие тоже ставят там 1-2 звезды. Окей. Так. Опыт, который о товаре мало что рассказывает больше о customer сервисе. Опять же, вердикт удалить. Вердикт удалить, потому что нужно говорить о товаре. Об этом можно, наверное, поподробнее. Политика возврата, в которой продавец и сам товар не имеют никакого отношения, поэтому... Если тут написано только о политике возврата, его, как правило, удаляют. Ну, бывает так, что чаще всего, конечно, намешано там и о возврате, и как все плохо. Но в таком случае нам
не стоило большого труда, потому что здесь четко понятна причина. Так, тут тоже немножко у меня поплыла презентация. Жалобы на обещанные бесплатные товары при покупке или за выполнение каких-либо действий, да? Да, здесь отзыв сам за себя тоже говорит. Пообещали, не выполнили, негодяи такие. Ну, Амазону не очень приятно иметь такие отзывы у себя, поэтому он, как правило, также их удаляет. Тем более здесь тут призыв. Я помню, когда была история с открытками, когда все слали открытки, получите $20 взамен на отзыв, люди писали отзывы, и прямо в отзыве, жду $20. Когда вы отправите мои $20, если вам уже отправил отзыв? А мне обещали. Ну, за это потом даже некоторым прилетали баны. Просто бан, потому что, распознали, что вы общались с покупателем. Окей. Дальше. Также по этой причине нам довольно часто удаляют отзывы. Под эту категорию могут попадать разные случаи. Например, фейковый товар, либо покупатель пишет, все-таки нет, здесь что-то не то, слишком много позитивных отзывов. И вот подобные отзывы Amazon старается удалять, потому что бьет в первую очередь по его репутации, а не репутации товара. Да, I think they have paid people to write a good review. Я думаю, что они платят людям, чтобы писать хорошие отзывы, because this light sucks. потому что свет, в общем, sucks. Ну, вот здесь две причины. А sucks здесь, наверное, это же все-таки еще и мат, ну да, то есть еще в отдельную категорию. Но мы выбрали все-таки стратегию настаивать на том, что это вредит Амазону и его репутации, и вряд ли так, из-за нецензурщины удалили. Ну да, наверное, здесь все-таки, потому что это не об Амазоне говорится, да, sucks, а о свете. Ну, то есть не светит. Цены. Тут тоже все просто. Если покупатель жалуется на то, что продавец сменил цену, и он зашел, увидел вот новая цена, что это такое, либо я увидел где-то там $5 дешевле, либо подобные случаи, Amazon, как правило, удаляет такие отзывы. И стоит особое внимание уделить. Часто их привязывают еще к какому-то бренду, например, я купил это на Walmart, или я видел это на Walmart. Ну, мне кажется, Amazon. Ну да, это совсем сразу, да. Должно бомбить от этого. Тут не так все просто. В этом случае Amazon внедрил кнопку перевода. Мы не можем просто настаивать на том, что отзыв на другом языке, его надо удалить. Следует учитывать контекст. То есть, если отзыв написан корректно, то, чаще всего его не удаляют. А если уже какие-то моменты, за которые можно, скажем так, зацепиться, стоит удалить. Чаще всего, конечно, это испанизмы, потому что, понятное дело, больше испаноязычных, бывает и на других языках. Complete crap. Вот расстройство наше. Вот, к сожалению, казалось бы, там, во втором случае, 100% нецензурщины. Ну да, you suck, конечно. Amazon в последнее время игнорирует такие запросы по непонятным нам причинам. Возможно, это... Знаешь, что он писал? Он писал не вам, как продавцу, а Amazon он писал. Он кто считает, что Amazon suck. Кто его знает? Ну тогда Amazon должен обидеться и удалить этот отзыв, потому что это же в отношении Amazon. Должен, но он что-то почему-то не обижается уже на них. Может, это стало уже как частью речи, и что тут обидного? Мы можем только догадываться. Ну да. Здесь также все очевидно. Часто пользователи прямым текстом пишут другие какие-то названия сайтов, где они купили или могли бы купить. И Амазону, конечно, это не нравится. Потому что вы пришли на эту площадку, и вот вы видели, что покупали и по какой цене. Здесь конкретно упоминается бренд, и нам его удалось удалить. Тут, наверное, надо объяснить, потому что ситуации бывают разные, Amazon по-разному. Если товар, опять же, сложный, то бывает очень непросто доказать по этой причине, почему Amazon надо удалить. В этом случае нам повезло. Часто покупатели
не читают, делают свой выбор, так скажем, наобум, и пишут о том, что не подошло. Если они указывают какие-то конкретно характеристики, опять же, есть за что зацепиться. Если просто мне не подошло... Вы купили вот такой товар, а зачем вы пишете про другие размеры, да? Бывают случаи, когда вносят изменения в листинг и потом уже просят удаления такого отзыва. И такие кейсы у нас, ну, например, наверное, один запоминающийся кейс органику. Очень тоже Amazon ревностно относится к таким словам. И действительно не было сертификата о том, что продукт органический, но запустив товар, уже начали приходить жалобы на то, что товар на самом деле не органичный. Внесли изменения в листинг, начали подавать запросы, и ура, с 40-го раза получилось удалить. Если у кого-то выдержка 40 раз писать... 40 апелляций написать? Это же сколько дней нужно потратить? 40 дней, даже если по одной апелляции в день на один товар? Да, да. И это еще одна несправедливость. Еще одна несправедливость. Ребят, мы забыли совсем про наших зрителей. У нас здесь насыпалось несколько вопросов. Я их задам. Если у вас есть, если вы нас смотрите, у вас есть вопросы, пожалуйста, еще напишите. Мы скоро будем заканчивать, но на все вопросы постараемся ответить. Наверное, вопрос к Алине. А работают письма на их почту или только кейсы? То есть вы только кейсы делаете или почту в Amazon пишете? Как это у вас? Мы чаще всего работаем через кейсы. Письма тоже очень хорошо работают. Если это нарушение по политикам, очень хорошо работают кейсы. Если там не все так однозначно или еще связано с самим товаром, и продавец готов отстоять свой товар, имеет смысл написать и на почту, и сделать репорт, и написать Безосу. Таких сложных. Безусловно, вы пишете jeff@amazon.com, да? Да. Хотя там, ну, там, я уверен, что там нет Безоса в принципе. Или там сколько Безосов должно быть, да? Ну, пока они уважительно ссылаются и называют себя представителями и выступают от его имени. Самое главное, что они действительно решают. Решают наши запросы. Ну да, мы занимаемся просто регистрацией Amazon аккаунтов для компаний, и это очень постоянная история, когда там какая-нибудь несправедливость или какая-нибудь видеоверификация не проходит. Вот, прошли видеоверификацию, всем сказали, все, молодцы, все хорошо, а на следующий день приходит, вы не подтвердили свою личность. Вот тогда начинаем тоже писать. Как бы, ну, ребята. Большой вопрос. Есть вопрос к Артему. Артем, ты, наверное, заскучал, пока мы тут разговариваем. По правилам, нельзя же связываться с покупателем вне Амазона. И чем такая работа с отзывами может быть чревата для самого аккаунта? Бан или манипуляция ревью? Или что-нибудь такое? Да, совершенно верно. Общение с покупателями вне Амазона запрещено. Вот. Поэтому мы используем абсолютно сторонние почты, абсолютно сторонние контакты, чтобы было нереально доказать, что именно это вы инициировали данный процесс по контактированию с покупателями. То есть это третья сторона осуществляет какую-то деятельность. Поэтому тяжело доказать, что именно с вашей подачи все это происходит. Mm-hmm. Вот. В нашем случае не было ни одного случая, либо бана, либо чего-нибудь еще. Если бы был бы хотя бы один кейс подобный, то мы бы этим бы точно бы не занимались. То есть если есть угроза блока, там, аккаунта, либо чего-то еще, мы бы точно бы этим не занимались, ну, ни под каким бы предлогом. Я понял. Безопасно ли писать такое большое количество кейсов для удаления? Были ли случаи банов или предупреждений? Вот к тебе, Ален, вопрос. Да. Небезопасно. Поэтому мы призываем к тому, чтобы это делалось разумно и делалось как-то поэтапно и не запускалось до категорически, где уже вот все, там, рейтинг 3,5, надо срочно писать 200 кейсов в день. Мы, опять же, не наталкивались на какие-то баны либо предупреждения. Мы внимательно читаем все ответы, и если уже зачастили с ответами, мы уже рассматривали и ссылаются на конкретный ответ, мы берем паузу и дальше продолжаем. Нет такой политики, которая запрещает это делать, но, опять же, они же тоже люди, им неохота, как попугаев, повторять, поэтому
чуть проходит время, меняется команда, и есть шанс попробовать еще раз. Опять же, можно пробовать другие методы. Если вы видите, что по кейсам вам уже начали закручивать гайки, пробуйте другие почты. Я и в конце привожу все контакты нужные. Можно задействовать другие инструменты. Если же совсем не получилось, и вы видите, и вам очень надо, тогда я предлагаю подключать другой инструментарий, например, то, что делает Артем. Что поделать? Ну да. Мы пытались связаться с покупателем несколько раз и предлагали рефанд за удаление. Покупателю не понравилось, и он сделал апдейт, ревью об этом. Можно ли удалить такое через кейсы? Не ясно, как именно связывались с покупателем, и очень интересно узнать все детали, потому что триггерит Amazon на такие просьбы. Мы просим, если можем предупредить, не писать так. Ничего удивительного, что покупатель так сделал, потому что явно здесь пахло принуждением, а принуждение никто не любит. Это надо делать очень красиво, элегантно, и тогда действительно покупатель меняет свое отношение. Есть ли смысл пробовать удалять такое через кейсы? Опять же, заочно не могу дать ответ, потому что надо видеть, что именно там написано, и не прилетит ли за это сверху. Да, также хочу добавить, что ни в коем случае нельзя писать покупателю о том, что мы просим удалить ваш отзыв. Ни в коем случае. Американцы не любят, когда они чувствуют давление на их позицию, потому что значит, что американцы всегда отстаивают свою позицию, точку зрения. Нужно помочь покупателю принять правильное решение, и мы там советуем использовать такие слова, как сделать апдейт, обновить, либо что-то еще. Но писать удалить ни в коем случае. Поэтому. Но вот как ты считаешь, вот после такого обновленного отзыва может, вот как человек пишет, может ли ему за это прилететь именно за бан аккаунта? Потому что здесь именно покупатель доказывает, что с ним связывались и нарушали все эти политики Амазона. Но все это нужно еще же доказать. Ты же понимаешь, что написать может быть абсолютно любой конкурент тебе на листинге такую информацию. Нужно провести внутреннее расследование, нужно найти цепочку, и нужно как-то выявить и понять, как это все происходило. Потому что написать такой в тексте самого отзыва не проблема. Вот. А Amazon же тоже же там не одной кнопкой банит все подобные письма. Вот. Поэтому я думаю, что это... Ну, я думаю, что пока ни к чему к этому не приведет. Ну, в этом нет ничего хорошего, но ни к чему плохому не приведет, я думаю. Okay. Апелляция – это и есть кейс или это разные вещи? Ну. Можно говорить, что это разные вещи, можно говорить, что это одна и та же вещь. Апелляция, по сути, это текст обращения, а уже дальше, куда это идет, мы, как правило, подразумеваем апелляцию под текстом куда-то дальше, чем поддержка, например, к тому же Джеффу. А вы можете сказать какие-то, ну, для людей, какие почты вы еще используете? jeff@amazon.com, Bezos, я знаю, @amazon.com. Что еще есть? Seller support, seller performance@amazon, да? Для этого у меня есть отдельно страничка, там есть полезные ссылочки. Да, я могу прокомментировать. Давай. Нам чаще всего дают отзывы практически в конце. Ага. Да, вот здесь. Ага. Если кому надо будет, поделюсь в личку. Сначала идет статья, где мы подробно рассказываем еще раз, как, что, куда. Дальше почты, куда стоит писать по нарушениям ТОС. Есть еще почты не по ТОС. Ну, не по ТОС, как правило, Джеффу мы пишем. Угу. Сложные кейсы, это имеется в виду какая-то, возможно, сложная ситуация, когда написали конкуренты, что «а вот». Продается с подарком или там не предложили подарок, а продавец такого ничего не делает. Конечно, об этом стоит написать сразу Джеффу, заявить о том, что мы готовы к расследованию, и такие отзывы удаляют, потому что это откровенно клевета. Здесь идет три почты, две относятся к Америке, то есть США, Канада, Мексика. Нам мексиканские отзывы не попадали, как правило, это все-таки Америка. Отдельно идет Великобритания, ну и другие страны,
там, например, Япония или какая-то еще Австралия, экзотика, но не попадали в работу, к сожалению, не подскажу контакты. Ну, вот эти вот первых три смело можно использовать. И дальше есть еще формы, раскиданные по политикам. Одна из них появилась совсем недавно. Кстати, призываю читать и перечитывать правила, потому что они меняются. Более того, они забываются. И когда мы не перечитываем, мы забываем и можем упустить какую-то важную деталь. Или, там, например, она могла обновиться. Там, по фидбэкам добавилась буквально одна фраза, но она уже влияет на какое-то количество кейсов. Если об этом знать, можно сориентироваться. Появилась одна форма, она очень хорошо работает. Прям в политиках, о отзывах. Кто... Да, читайте всегда между строк, а лучше и по строкам, и между строк читайте политику Amazon. Там, в принципе, все написано, просто нужно это внимательно читать. Много раз в этом убеждался. Сам звонил в Amazon. Был у меня такой опыт несколько месяцев подряд, когда занимался, пытался на собственном опыте прокачать знания, почему же меня банят. Почему же банят вот эти вот... по разным причинам, да. Вот, звоните, и это еще одна хорошая возможность прокачать английский язык, когда вы общаетесь с индусом или с китайцем. Hello, how you doing, my friend? Вот, то вы можете прям прокачать свои знания английского языка, и это бесплатно. Вот вам бесплатно еще сами. Или бомбейского акцента. Как это, индусский акцент, да, или какой-нибудь этот. Это прям, это на мозг очень сильно давит, но зато прокачивает. Наверное, последний вопрос. Можно ли позиционировать, что отзыв был написан конкурентом с целью нечестной конкуренции, если это правда? Да, можно. Можно попробовать. А как это можно доказать? Ну вот какую-то есть следственная связь? Вы делали так? Ну то есть почему, как вы аргументируете, что это отзыв написан конкурентом? Мы стараемся обходить таких формулировок и не катить бочку на конкурентов, потому что Amazon тоже триггерит от... ежедневных слов о том, что это наши конкуренты, и за каждым углом буквально конкурент видится. Мы очень редко намекаем на то, что это действия третьих сторон. И вот, вот этот вот кейс, когда написали, что продавец вкладывает подарок, а на самом деле он его не вкладывает и не нарушает никаким образом, вот. В данном случае можно сказать, что мы привели намеки, мы не говорили, мы старались обойти такую формулировку. Я видела по отзывам на товар, отзывы на аккаунт. Очень часто идет война именно с конкурентами. Мы, как правило, тоже выигрываем кейсы без упоминаний конкурентов. То есть мы просто приводим факты, приводим аргументы и... показываем Amazon, что что-то здесь нечисто, скажем так. Я видела, поскольку мы работаем и видим, что писал до нас продавец на аккаунте, что он писал покупателю. Часто мы видим такие очень интересные истории. Иногда мы видели, что это срабатывает, когда писали, ну, на самом деле, притянутая за уши причина про там, завышенная цена, виноваты конкуренты, и им удаляли. Но мы не рекомендуем действовать так по такой тактике на постоянной основе. Раз сработало, радуйтесь, получилось. Но постоянно на это давить не стоит все-таки. И если действительно... Я хотела еще сказать, что есть категория отзывов, за которые мы не беремся, потому что считаем их сложными. И вот как раз если есть какие-то конкурентные игры, действительно... взялись так по-серьезному, мы призываем обращаться за помощью к юристам и уже на переводить дело в другой статус. Мы все-таки берем более простые случаи. Если вас действительно валят конкуренты, обращайтесь к юристам, отстаивайте свои права, не бездействуйте, делайте это правильно, это своевременно, и, скорее всего, у вас получится. Но, возможно, придется потратить и время, и средства, свои ресурсы. Ой, да.
Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Мы уже вышли из обычного формата часа. Я хочу сказать, что все, кто нас смотрит, а нас смотрит 40 человек, Insiders Online, Telegram, вот ссылочка внизу. Если вам нужно открыть компанию в США, Amazon аккаунт, банковский счет, вам нужно бухгалтерское обслуживание ваших американских компаний, это выгоднее, тем более с нововведениями про 20% НДС в Украине. Пожалуйста, обращайтесь. Это было шоу «Без Оскурит». Спасибо вам, Артем, спасибо, Алина. Что спасибо, пришли. Антон, спасибо. Мне было действительно познавательно, я думаю, всем. Увидимся, уверен, и не раз. Все, всем спасибо, всем пока. Всем хороших рейтингов.